преддверии Международного женского дня в Ангарске энергетики из N+ подарили улыбки и отличное настроение своим клиентам. Женщины получили цветы, открытки и теплые пожелания. Подробности расскажем далее. Разноцветные тюльпаны, открытки с наилучшими пожеланиями и сладости для поднятия настроения. Именно так сотрудники Иркутскэнергосбыта сегодня встречают ангарчанок. В преддверии Международного женского дня 6 и 7 марта по инициативе компании сотни женщин получают заряд положительных эмоций. Дарите женщинам цветы, чтобы видеть счастье в их улыбках. Поэтому сегодня мы хотим всем женщинам, посетившим офис нашей компании, подарить не только цветы, но и хорошее предпраздничное настроение. Пожелать красивых дней, любви, счастья и, самое главное, душевного равновесия. С наступающим праздником, милые дамы! Такой неожиданный сюрприз от Иркутской энергосбытовой компании посетительницам пришелся по душе. Ангарчане отмечают особый подход к каждому человеку, улыбки и позитивное настроение персонала в любой день недели и независимо от погоды за окном. Вы знаете, это очень приятные моменты, всегда быстро, качественно, вопросов не остается после сверки, то есть все на должном уровне. Очень приятно, спасибо большое, прямо, ну замечательно, ну ничего не скажешь, народу мало, встретили нас хорошо, подарили нам цветочки, поздравили нас с праздником, спасибо вам большое. Ну так я вообще довольна вами, что вы нас теплом снабжаете, у вас хорошо обслуживание идет, обращение у вас очень, девушки очень культурные, всегда разъяснят, очень хорошо, мне нравится. Наблюдая за тем, какие искренние эмоции испытывают посетители, даря им подарки и получая в ответ слова благодарности, сотрудники Иркутскэнергосбыта пообещали, что подобная акция станет ежегодной традицией.